30 октября, завтра у Саши день рождения. Пока Саша шел, сейчас я быстренько запакую его подарочки и буду делать коржи для торта. Саша не пришел с кефиром. Я собрала подарочки. Все, убираю их в пакет. И до завтра. Надо еще как-то шары ему надуть. А сейчас объявили локдаун в Саратовской области. И всех перекрыли. Ну, буду думать. Если что, сами надуем. Что у нас? Воздуха, что ли, нет? Ну что, следующий пункт подготовки. Буду у Саши печь торт. Ингредиенты те же самые, что на красный бархат. Мука, сахар, кефир, ну, хотелось пожирнее, но какой есть. Какао, краситель, растительное масло, 3 яйца, разрыхлитель, ванилин, сода, соль. Я хочу не просто на красный бархат испечь, я хочу типа радужного торта испечь. У меня есть 4 красителя. Хочу 4 коржа разных цветов сделать. Сейчас вот я размешаю тесто. Разделю его на две части и добавлю в одну часть красный краситель, в другую часть зеленый краситель. И точно так же еще раз замешу тесто и добавлю синий и желтый краситель. Посмотрим, что из этого получится. Я два коржа. Один зеленый, один красный. Но смотрите, зелененький у меня прям идеальный получился. А красный, как всегда, надулся. И я поняла, в чем секрет. Зеленый корж я поставила в духовку, которая была около 170 градусов. То есть я поставила на самый минимальный огонь, а потом, когда я почувствовала, что бока начинает поджариваться, увеличила чуть огонь до 200 градусов, и он у меня пропекся внутри. То есть сверху он идеальный. Ровно, конечно, все срезать придется, но, по крайней мере, не вот такой горбыль. А красный я поставила сразу же в горячую духовку. Градусов 200 было, а то и побольше. И он мне, конечно, поднялся вот таким вот верблюдом. Ну, конечно, это все срезать придется, но я поняла, в чем секрет. Сейчас я жарю синий корж. Тоже поставила, как зеленый, чуть, ну, в общем, 170-180 градусов. И смотрю, он у меня тоже печется ровненько и аккуратненько, не так, как этот красный. Что хочу сказать про красители. Я же сначала купила вот эти красители. И побоялась, на них не написано, что они жирорастворимые. Думаю, не разойдутся там в креме или еще где-нибудь. Взяла вот такие два жирорастворимые. Итог. Вот эти вот идеально растворились в тесте для бисквита. Цвет прям шикарный. А вот эти вот очень плохо растворялись. Вот до сих пор, видите, желтый встречаются крупинки. И цвет какой-то, знаете, не совсем волшебный. Ну, в общем, я поняла, что все-таки лучше вот такие вот гелевые, чем вот такие вот. Но, знаете, вот такие я добавляла в крем, в чиз-крем. И они идеально растворились. Ну, в общем, скорее всего, такое что-то больше подходит для кремов, а вот такие вот гелевые для бисквитов. Но это пока что вот у меня такое вот, как это сказать, мнение. Ну что, вот какой у меня синий получился. Есть
кое-что забыла докупить на завтра. Это мы купили просто так, потому что люблю печенку. Перчатки, хотела волосы покрасить, перчатки закончились. Ну и так кое-что для салатиков, для завтрашнего стола. Вот немножко лухнов, которые мы любим, компотик папарома, Деда Вова, мой папа, водерлюб, поэтому он пить не будет. Сливки для торта. Буду украшать торт скитлсами, ягодами, шоколадки растоплю, сверху полью и кофе. Так, мальчик у меня уже пытается отжать ягодки, таскать любитель. Это прослойку буду делать, шашлык. Ну, в общем, и фруктов, много-много фруктов. Мясочка уже размораживается у шашлыка. А, еще хочу крабовый салат сделать. Ну, в общем, это чисто просто для стола, так, то, что я подзабыла. И самое главное, Папрома купил мне еще граненых стаканов. Ну, теперь мы прям как в Советском Союзе. Мясо у меня для шашлыка размораживается. Это я порезала заранее, как-то купили. А это вот два кусочка больших я оставляла для картошку потушить, там еще что-нибудь. Но думаю, хочется шашлычка побольше, чтобы все наелись, переелись. Так, салатики порежу завтра. Сегодня моя задача замариновать шашлык, помыть голову, дома убраться. Ну и все, на сегодня будет достаточно. А, мариную я шашлык, показывать я, скорее всего, не буду, как его мариную. Лук, уксус, перец, специи для шашлыка, ну и все. Уксус я не развожу. Многие не любят с уксусом шашлык, а мне кажется, вот он именно такой и должен быть. Никаких гранатовых соков, никаких майонезов, там, что еще делают. В общем, кто на что гораст, нам такой рецепт больше нравится. В каком-то из влогов я уже делала шашлык, записывала. Ну, в общем, повторяться не буду. Я волосы красить наконец-то. Попросила Ромку купить. Говорю, купи мне перчатки, чтобы волосы покрасить. Смотрите, как я мне купил. Как для унитазов. Ну, ладно, зато надолго хватит. Ой, жуть. Сегодня заморачиваться на ужин некогда. Поэтому картошечка, селедочка, лучок, хлебушек. Ну, и пенного немножко. Мяско, лучок, специи, перчик, соль и уксус. Буду готовить шашлык. Как гарнир хочу завтра к нему приготовить. Как его называют? Картофель. Может быть, сделаю как в тот раз с прованскими травами, а может, просто отварю, чтобы попроще было. Посмотрю по настроению. Помогаешь? Кому? Да. Молодец.
Да, оно как не дубинами, а какими-то крошками. Нормально, они потом все равно будут разделяться. А как они соединяются-то обратно? Не понимаю. Это загадка Вселенной. Вот еще одна такая. Кажется, тут уже нужны еще девчонки. Так, мы положили с Сашей. Хватит хрумкать. Выплюнь немедленно. Сухарики в тарелочку. Сейчас кукуруза, горошек и колбаска. Вкусные хоть сухари-то? Реально? Как чипсы. Как чипсы. Зло. Короче говоря, зло значит. Ну что, все, колбаску. Прям так кидать можно, да? Порезать надо будет. Так, это два основных салата. Заправлю их майонезом, когда уже приедут гости. И будет третий салатик. Это морковча и спаржа вместе. В общем, я особо не заморачиваюсь. Так, Саша, тут тебе еще от нас от всех подарочек. Красивый, хороший, будешь умным мальчиком. Что надо сказать? Что надо сказать? Спасибо. Открывай. Да, вот Родион приехал. Присаживайся, баба, чтобы мы тебя в лицо видели. А? Вот туда присаживайся. Это, отрывай. Я говорю, почему наши российские советские дети боятся разрывать бумажку на подарках? Аккуратненько, аккуратненько, чтобы бумажечка... Открывай ее быстрее. Открывай, что давай мне этот сам букет баки свой. Что там такое? Рви ее, рви ее, ничего страшного. Не бойся. Ты ж Балик бумажку не съел. Да. Володя, помогай. Ползет, маленький. Володя, ползи. Мне тоже надо узнать, что там такое. Ой, ударил. Заходи. Ух ты! Прикольно! Ура, ура, ура! Ура! И что это такое? Посмотри, какая она внутри. Посмотри. Закладочкой. Дальше листай. Ну, там была закладка. А вам закладочка видать. Ой, какие картинки красивые. Ну, все, теперь он будет считать. Листай, листай. Давай, там я... даже яйца дракона есть. Она никак не развязывается. Не развязывается. Володя. А сколько страниц? Ого. Тебе она хватит на целый год читать. На целый год читать хватит, да. Вон к Саше. Эти бог? Вот закладочка красная, видишь? Кто-то там шарик? Мусины! Мусины! Ой, улыбатор реально. Реально улыбатор какой-то. Не-не, верни назад. Ты, блядь, что, мне его кинул, что ли? Он не развязывается, он хотел развязать его. Так, ну, Саша, бантик... поднимай повыше, чтобы Володя не подрал. Какой бантик вот не сюда развязывается? Вот. И тетя Ира наша тоже блогерша, да? Иллюстрации такие красивые. Красиво? На Родион заходит, Родион будет фотографировать. Это мне. Это мне. Это тебе. Тяжелый. Куда пошел-то? А, где? Иди в зал. Чтобы Володя не нашел. Ну и ладно. О, у него еще... Выпросила. Мама называется выпросила. Мама, это по Володе, да, наверное? О, я это я бы ее положу в холодильник. Баба Люда? Нет, это не баба Люда, это папа Роди. А, Роди это купил. Ой, Володя. Молодец, привет. Привет. Ой, лялечка ты наша, лялечка. Ой, не говори, такая лялечка. Сейчас у нас я это отнесу. Лялечка бородатая, обрек у нас. Обещался помыться, побриться. Я не обещался. Представь, Саша, Володя, интересно. Щупает, щупает.
Садись, Родион. Вот поправь буквы. Букву Я. Да тут все это самое. Отваливается. Он тут все равно. Сам что хватает. Интересно, это живая куколка же, да? А он хочет в розы. А он сейчас прячется в домик. Все, Володи нет. Это у меня там постель лежала, больше она там не лежит. Володя нашел ей применение, да? Сейчас смотрим, как это не узнает. Скажи, сколько народа скоро нового скрыли. Все, а где Володя, где Володя? Где Володя? Наверное, его бабайка съел. Конечно, тоже еще. Олежа, где Володя? Куда Володя делся? Ой! А это, наверное, бабай кричит, да? Это что там за бабай кричит? Бабаёшка! Как ты собрался, что ли? Так, я же пойдем сюда, Володя, пойдем сюда, скорей к нам. Тихо. Мысина. Так. И ты, мысина? Ты снимаешь прихожую, бабушка. А. Вот. Дрессируем мальчика. Видишь, как он ходит у нас? На лыжи. Видишь, как шагает? Ой, нравится. И нравится ли ему так? Пошли. Все, где? Пошли. Пошли дальше. Олежа, а что туда хочет? Ему же надо лазить. Кадруги не взяли сегодня с собой. Где-то? Ой, где там Саша? Где Володя? Давай, скорее. Пошли. Идем, он зовет его, идем. Подождите, на будущий день рождения, скажи, я приеду. Да, скажи, даже на Володин день рождения я уже буду с вами лазить везде, да? Да, что там? Вот надо ему бегать и все. Они с Сашей туда садятся. Я тоже туда хочу, скажи. Ой-ой-ой. Я тоже, скажи, туда хочу. Ну, лезь. Что тебе не дают? Лезь, садись. Садись, как они садят, так и ты садись. Вот, садись. Подержи его, Саша. Для чего дома шкафы? Ой, домой. Ой, мама.
самое главное, знаешь, что снимать? Собаку вот. А как собаку звать? Блэк. А ты говорил Шулюм, Шулюм. Ты какой Шулюм? Не, Блэк. Слушай, мы ж когда заходили, ты сказал Шулюм. А? Да не, я такого не говорил. Сними ее, собаку. Ты Шулюм? Ничего, Блэк. Хороший песик какой. Ты что-то не прыгал на тебя, дай ему по морде. Мне кажется, он уже приготовленный. А? Мне кажется, он уже приготовленный. Приготовленный уже? А ты что, шашлык хочешь? Да нет, мне сказали ты снимать. А сказали, до 18 лет нельзя шашлык есть. Тебе сколько? 10. С половиной? 10 просто. Просто 10? Угу. А говорил, с половиной. Ты же сам сказал, с половиной. А, Саша? Когда? Сегодня утром. Понятно. Ой, ну дед уже заблудился совсем в памяти, да? Угу. Я так и думал, у тебя 10.5 уже. 18 скоро будет? Через 8 лет. Ого! Как долго ждать? Не так уж и долго. А если вот каждый год два раза справлять день рождения, можно же? Угу. Ты что, снимаешь видео, что ли? Да, для мамы Кати. Ой-ой-ой-ой-ой. Это все. Тогда нельзя разговаривать, да? Да не, она обрежет звуки. Точно? Угу. А вот кот Матроскин в школу ходил тоже, ты помнишь, нет? Да. Ну вот. Он за один день все 7 классов прошел. Мама, у вас ребенок-то музыкант растет. Гитару положи. Она не работает. Неважно. Олежка, а не Алешка. Олеж. Какое странное имя? Олежка. Олег. Голубика, что ли, типа этого? Она тоже. Такое снять по-любому надо. А? Деда, помаши ручкой. Ага. Сейчас, подожди. О, тетя Ира. Зербалдеет. Отдыхает. Как ребенок занят. Хоть так отдыхает, да? Самый грязный ковер выбрали. Нормально. Нормальный ковер. Почему? Это он просто... Иди, Родька, тебя еще не хватает. Я не думал. Без вариантов. Путь телевизионный. Да, за портами, знаешь, как летит быстро.
Придет, принеси хоть сейчас он вроде нормально бежит. Там у него вторая скорость включается. Это вот это второй день он вот так вот. Да? На 4 вообще то самое. Ага. Сейчас второй тоже сдал. Кто первый догнал? Почему? Очень хочется быстрее, а не получается. Вот. А Володька психуистрый такой бьет, злится. Смотри, чтобы дверцу нет. Олежа, дай маме пульт. Скорее, дай маме. Отдай. Ну, скажи, столько стараться. А пианино, Ром, пожми на пианино. А вот это такой, смотри. Ой, это что за штука? А что это штука такая? Обманули. Чтоб ты понимала. Обманщики, скажи. Обманщики. У нас поросят валяется. Мама раздражила. Ух, это мама, ну иди сюда, Ой, стой, желание загадай. Давай, дуй. Про себя загадай. Давай еще. Больно большое желание. О, точно сбылось. И я, и Саше и Володе надо, и я. Да? Тебе что, тоже надо туда, да? Ты посмотри, ему терять дальше опять на стол надо. Ой, свечки там какие. Ой, какая красота. Это будучи пожаром, наверное. Еще один пожарный. Ага. Я не сказала, все, все говорят, только как хочешь. На счет ребенка в месяц опять 500 рублей вложу. Чтобы... А то, говорю, мы с тобой родители молодые. Пока он вырастет, как раз нам пенсия наступит. К большому куску и рот радуется. Вот это Саше тортик. Всем тортиком. Тем, кто понравился. Красиво ты какой. Сколько ему тарелки нужны были побольше. Да. Это Саша. Это Саша. А, вот так. Головой, чтобы помещалось. Опа, теперь говорит Олежа, говорит, мне теперь надо. Все. Так, а что, ягоды, что ли? Да. Блять, у нас видишь, как дверь открывается? Ну, видишь, как хорошо. Сейчас, Сашенька, а может багажник орехи-то? Конечно. Маши ручкой. Пока. Ждите нас теперь опять через полгода. И за орехами. Как это как-то Родион на день рождения. Ну вот, мы будем ждать. Пока. Олежа, скажите, Катя, пока. Это пока, мартышка маленькая. Ты мужчина? Пока-пока. Мужчина. Пока-пока. Помахай бабе. У тебя ручки заняты, да, Володь? Давай, я тебе бабе отдам. Кого не продула? Тихо. Сейчас мама тебе что-нибудь даст. Семенка сняла? Да, заходим. Так. Все, забегайте. Тихо, брать место. Саша, заходи. Иду. Все, давайте, пока. Ты че? Мальчик, чем занимаетесь? Читаю. Ага, я уже вижу. Что? Как? Зашло? Угу. Что хочешь сказать? Хочу сказать, что мои дни рождения самые счастливые. Мне подарили именную кружку, футболку. Подарили мне книжку, которую я так долго ждал. Гарри Поттер, Философский камень. В общем, все зашло, все понравилось. Угу. Ты уже начал подсчитывать? Угу. Как думаешь, в этом году одолеешь эту книжку? Нет? Ну, книжка, конечно, серьезная, да? Mm-hmm. Такая большая. Понятно. Так, ты давай расскажи, что у тебя есть нарисовано на кружке. На кружке? И на футболке. Мой аккаунт Роблоксе. Угу. Это считай, что именная кружка? Да. Именная футболка. Mm-hmm. Крутяк. Mm-hmm. Вот и довольна. Так, ну и в конце лога можно немножко поболтать.
Так, ну вы как поняли, вчера было у Саши день рождения. Приезжали к нам родственники. Что-то я хотела так много сказать, что-то ничего не хочется говорить. Вы видели, что пекла я торт по рецепту красного бархата. Только разные красители добавляла в торт. Получился, ну знаете, очень хороший. Я, честно говоря, не ожидала, что так получится. Его не надо было не пропитывать. Буквально я вечером испекла 30-го. 31-го буквально за час до 2 я собрала этот торт, прослоила его джемом, кремом. Без всяких пропиток, еще раз напомню, торт получился обалдеть какой вкусный. Конечно, дед сказал, что слишком много красителей я взяла. Но красители я взяла по рецепту и краситель пищевой. То есть не каждый же день мы едим эти красители. Так что раз в какой там период можно побаловаться. Сразу же, когда я выставила фотографию, полетели в личку сообщения о том, что «Ой, кто это, где это вы купили? Такое вы его сами собрали». Ну, я смеюсь, говорю, в голодный год будем торты печь, чтобы выжить. Надеюсь, эти голодные года никогда не наступят. Что еще хотела рассказать? Про торт вроде бы сказала. Завтра у меня вождение. Я вся в предвкушении. Ой. Ну, в общем, посмотрим, как все будет выглядеть. Что-то еще я хотела сказать. Ну ладно, особо говорить-то не хочется. Что-то у меня опять начинается кашель. Пойду смонтирую влог. Не забывайте писать комментарии. Мне очень приятно их читать. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ну ладно, пока.